Инспекторы ГИБДД уже не раз проверяли, каким образом организованы пешеходные переходы возле школ. Практика показывает, результаты рейдов неутешительны. Нет подходных путей, нет знаков или вообще зебру чуть видно. Все это может стать причиной страшных трагедий. Однако даже предписания, сделанные должностными лицами, не помогают исправить ошибки. Первая проверка была проведена в мае этого года, вторая в июле, третья в октябре. Но за полгода мало что изменилось. Мне хотелось бы отметить, если мы детей заставляем в школе учить правила дорожного движения, то при подходе к учебному заведению они должны видеть, куда они идут, какое состояние пешеходных переходов. В результате этого ничего не сделано. О чем можно говорить в дальнейшем? Никто не даст ни одному должностному лицу спокойно жить в нашем городе, пока мы не приведем улично-дорожную сеть в то состояние, которое должно отвечать требованиям ГОСТа, стандартов и правил. Безопасность дорожного движения.